В Одессе, согласно распоряжению городского головы, опубликованному накануне с 16 марта и до особого распоряжения, рекомендуется закрытие заведений культурных, торговых, спортивных, общепита и так далее, за исключением продовольственных магазинов, продовольственных рынков и аптек. Мэрия также настоятельно требует ограничить совместное пребывание более 10 человек и по возможности перейти на дистанционный режим работы. Министр здравоохранения Украины Илья Ємец призвал пересмотреть меры на время карантина из-за коронавирусной инфекции и в своем заявлении на сайте Минздрава Украины опубликовал ряд рекомендаций. С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом, одесский городской голова Геннадий Труханов, прислушавшись к рекомендациям Ємеца, подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в городе Одесса, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19. Согласно документу, 16 марта 2020 года с 00:00 будет остановлена работа учреждений всех форм собственности и подчинения, где привлечены более 10 человек. Это касается всех культурных, развлекательных и спортивных учреждений, кинотеатров, музеев, детских клубов, площадок, фитнес-клубов, бассейнов. Временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничения также касается всех торгово-развлекательных центров, строительных рынков, предприятий общественного питания, клубов, баров, дискотек. В связи с распространением вирусных инфекций с 12 марта учебные заведения Одессы были закрыты на карантин. Чтобы школьникам не пришлось потом много догонять, для них подготовили уроки онлайн по стандартной школьной программе. Их разместили на обучающем интернет-портале, где материалы будут обновлять. Первые видеоуроки стали доступны с 16 марта. Позднее на аппаратном совещании одесский городской голова по непонятной причине подчеркнул, что его распоряжение носит исключительно рекомендательный характер. Как выяснилось, по состоянию на утро 16 марта в Одессе еще нет ни одной тест-системы для выявления коронавируса. 16 марта только ожидается поступление 50 экспресс-тестов для диагностики коронавируса, но которые за свой счет закупила детская поликлиника номер 6. Еще заказано 100 тестов, опять же, за счет Национальной службы здоровья Украины. Объявлен тендер, и на 10 тысяч тестов, быстрых тестов на коронавирус, которые мы ожидаем после, в 20-х числах так нас ориентировали поставщики. Получать 10 тысяч тестов, я говорю специально, тестов, чтобы это слышали люди, которые отслеживают и мониторят ситуацию, смотрят наши аппаратные совещания и то, что все, что происходит. 10 тысяч тестов. 10 тысяч тестов, это то, что мы в Англии заказали? Нет. Нидерланды. В 20-х числах марта. Несмотря на то, что одесские инфекционные больницы, по словам чиновников, готовы к борьбе с вирусами, как выяснилось, в них катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. В Одессе есть 65 таких аппаратов, однако в случае роста числа заболевших этого количества будет недостаточно. Мы сейчас закупаем еще 7 аппаратов, но в целом мы нуждаемся в 27-30 аппаратах, заявила Надежда Гончаренко. В Одессе подготовили резервные больницы, где смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса. Так, больных с подозрением на коронавирус разместят в городских клинических больницах номер 1, 11, 5 и 8. Действуя на так званое опережение, в Одессе на сегодняшний день очевидно 50 экспресс-тестов для диагностики коронавируса и 65 аппаратов искусственной вентиляции легких на город-миллионник считают достижением одесской городской власти. Это позор городской власти. По состоянию на 9:30 утра 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом. И еще ни одного официального подтверждения случая в Одесской области зафиксировано не было. Илья Ємец призвал всех украинцев не быть легкомысленными. Это время, когда необходимо не паниковать, а мобилизироваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на всей территории Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких.